Я хочу рассказать вам совершенно замечательную историю. История о единицах, обведенных в кружочек. Она началась с работы Канвиля. Это совершенно великолепный математик, который придумал следующую конструкцию. Напишем бесконечный вправо ряд единиц. Некоторые из них обведем в кружочек. Ну, давайте, например, обведем в кружочек через две. Дальше. Под обведенной не будем писать ничего, а под единицей напишем единицу. 1 плюс 1 – 2. И обводим в кружок. 2 плюс 1 – 3. 3 плюс 1 – 4. Обводим в кружок. 4 плюс 1 – 5. 5 плюс 1 – 6. 6 плюс 1 – 7. Здесь будет у нас 8. 9 – 10. Единица обводится в кружок. 1 плюс 3 – 4. Здесь у нас будет 9. Так, сколько здесь будет? 9 плюс 7. Знаете, Леша? Да, не хватит. 16. 16 плюс 9 – 25. В следующей строке уже ничего не будет. Так вот, числа. 1, 4, 9, 16 и 25 – это квадраты натуральных чисел. 2 в квадрате, 3 в квадрате, 4 в квадрате, 5 в квадрате и так далее. Ну, указать это не так сложно, потому что, смотрите, вот здесь вот у нас просто идет натуральный ряд, и совершенно понятно, что здесь не обведены в кружок нечетные числа. Причем, если здесь, вот скажем, 2 в квадрате, то здесь дважды 2 плюс 1. То есть, если в некотором месте у вас n в квадрате обведено в кружок, то здесь вот написано число 2n плюс 1. И понятно, что здесь будет n плюс 1 в квадрате. Так что любой, кто знает школьную формулу n плюс 1 в квадрате равно n квадрат плюс 2n плюс 1, безусловно, легко докажет, что действительно здесь возникает ряд квадратов. Но Канвей заметил, что если обвести не через 2, а через 3, давайте посмотрим. Обводим каждое четвертое число. 1, 2, 3, разумеется, в кружочке. 4, 5, 6 в кружочке. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше сюда пошли. 15, 27, 37. Дальше 8. 27, 64, ну и так далее. Это кубы. 2 в кубе, 1 в кубе, 3 в кубе, 4 в кубе. Разумеется, опять, если воспользоваться формулами школьной алгебры, можно написать, доказать, и у нас все получится. Однако, господа, закономерность верна не только если мы будем обводить каждую четвертую единицу, но и если мы будем обводить каждую пятую и каждую, тогда у нас будет четвертая степень, и каждую шестую, и каждую седьмую, и так далее. И доказательства методами школьной алгебры, давайте я на всякий случай его все-таки проведу. Давайте, смотрите, вот формулы для чисел 3, 6, 9, 12, это очень легко, это 3n. Формула для чисел 3, 12, 27, 48, это 3n квадрат. А для чисел 1, 8, 27, 64, это n куб. Поэтому
Вы можете, давайте я здесь вот галочки сделаю, вы можете сделать следующее. Предположить, что у вас есть числа 1, 3n, 3n квадрат и n куб, и проследить, что будет дальше. А дальше будет так. У нас будут 3 единицы, единица в кружочке, и, собственно, нужно просто написать в явном виде. 3n плюс 1, 3n плюс 2, 3n плюс 3 в кружочке, 3n квадрат плюс 3n плюс 1, это понятно, 3n квадрат плюс 6n плюс 3 в кружочке, и здесь у нас с вами n куб плюс 3n квадрат плюс 3n плюс 1 в кружочке. Так вот, совершенно понятно, что это n плюс 1 в кубе, это 3 умножить на n плюс 1 в квадрате, а это 3 умножить на n плюс 1. То есть, если мы начали с таких вот чисел, 1, 3, n, 3, n квадрат, n куб, то на очередном шаге мы получим опять числа 1, 3, n плюс 3, 3, n квадрат, 6, n плюс 3 и вот это вот число. Таким образом, по индукции я доказал и ситуацию, когда обводим каждое четвертое число. Вот сейчас я вам пересказал содержание статьи Конвея, которая в 1991 году была опубликована, ну, вы знаете, перевод на русский язык, была опубликована в переводе Владимира Натановича Дубровского, это такой замечательный московский математик, совершенно чудесный человек, который много с английского языка всего хорошего перевел и вообще много чего хорошего сделал. Она была опубликована в «Кванте» под названием «Один старый факт и несколько новых». Под старым фактом имелось в виду вот это, что когда n квадрат прибавляет 2n плюс 1, получается n плюс 1 квадрат. А под новым вот это. Конвей не был бы конвеем, если бы он этим ограничился. Он взял и не каждую четвертую единицу, а обвел по треугольным числам. Давайте объясню, что это значит. Значит, он ряд единиц выписал и обвел из них третью, шестую, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это десятую, пятнадцатую, двадцать первую. Треугольными называются числа вида сумма первых n натуральных чисел. N умножить на n плюс 1 пополам. Ответ получился абсолютно фантастическим. А именно, если здесь у нас кубы, если там у нас были квадраты, то ответ получился факториал. Конвей написал, что это вот в стиле самых великих фокусников, и все. Вот так вот оно и было, вплоть до прошлого года. Периодически разным своим школьникам я рассказывал об этой задаче. Конечно, все радовались, но не более того. А в начале прошлого учебного года я рассказал это замечательному мальчику Андрею Волгину. Он был тогда в 8 классе. Прошло несколько недель после того, как я это рассказал. Он пришел и сказал, а оказывается, это числа Стирлинга. Самое интересное, что про числа Стирлинга я ему тоже рассказывал. Числа Стирлинга – это замечательный комбинаторный объект, я сегодня о чем-то понятно говорю. Я о нем тоже рассказывал этому самому Андрею, но, понимаете, вот я ему рассказал про числа Стирлинга, вот я ему рассказал про эту задачу конвея, но я не сравнил числа, которые возникают при изучении чисел Стирлинга, замечательной штуки, и то, что в задаче конвея. А Андрей сравнил и заметил, что действительно возникает строго одно и то же. Я даже сумел это доказать. Правда, доказал довольно сложно. Поскольку я сейчас начинаю с ним соревноваться, хотя, может быть, не очень честно соревноваться с девятиклассником, но, тем не менее, очень хочется. Он доказал это настолько сложно, что когда сам рассказывал свое решение, то запутался.
И хотя сумел, что называется, распутаться, но это у него заняло довольно большое время, минут 20 он сидел, соображал, что же там на самом деле. Довольно сложно было греческим выкладкам, он все это сделал. Прошло некоторое время, и мне удалось понять, что на самом деле задача о единицах, она даже еще более симпатична, и она еще более простая, чем казалось Конвею, ну, который я не умел решать, между прочим, да, и чем казалось Андрею. Более того, удалось придумать решение, которое я вам сейчас расскажу, которое сразу решает и вот эту задачу, и про кубы, и про четвертые степени, и про пятые и так далее. И то же самое решение полностью разбирается с задачей о числах Стирлинга и с другими. Давайте я начну с совсем простого замечания. Как ни странно, в статье Конвея его не было. Хотя вообще дело не хитрое. Я посмотрю на вот эти вот ряды чисел не на последних, не на кубы, а целиком. И посмотрю на такие многочлены. X плюс 1 в кубе – это x куб плюс 3x квадрат плюс 3x плюс 1. X плюс 2 в кубе – это x куб, интересно, плюс что? Плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8. Тот, кто ходил в школу, знает это. X плюс 3 в кубе – это x куб плюс 9x квадрат плюс 27x плюс 27. И, наконец, x плюс 4 в кубе – это 12x квадрат, 48x и 64. Вспомните формулу a плюс b в кубе, и вы поймете, что действительно, оказывается, весь этот ряд чисел удается записать при помощи бинома Ньютона. Вот такое выражение называется биномом, потому что два слагаемых. Это бином Ньютона третьей степени. Х плюс 1 в кубе дает нам коэффициенты. Такой ряд четырех чисел. Х плюс 2 в кубе, х плюс 3 в кубе, х плюс 4 в кубе. Так вот, оказывается, что это главная идея, которую надо было знать в этой задаче. Ну, на самом деле, любой специалист по комбинаторике вам скажет, ну, конечно, когда рассматриваешь ряды чисел, всегда полезно рассматривать производящую функцию. Да, согласен. Согласен. Ну вот, замечательно, мы это сейчас и будем делать. Когда вы пишете центр многочлена через запятую, то фактически вы получаете некоторую последовательность. И наоборот, когда у вас есть любая последовательность, то она позволяет вам выписать многочлен. Хорошо. Я сейчас все-таки покажу вам про треугольные числа. Выпишу длинный ряд единиц, и у нас там получится очень красивая линия. 1, 1, 1, извините, что я пишу много, обязательно надо это вот увидеть. Вам советую в тетради сделать то же самое. Да-да-да, никогда не надо стесняться такой малышковой, казалось бы, деятельности. Во всяком случае, все настоящие математики, ну, сейчас уже, конечно, чаще на компьютере пишут программу, все-таки времена изменились, но в старые добрые времена никто этого не стеснялся. Так, здесь 5 единиц пропущено, здесь 4, здесь 3, здесь 2, 1. Отлично. Так вот, треугольные числа – это 1, 3, 6, 10, 15, 21. Я сейчас по нашему стандартному правилу выпишу, какие числа здесь есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Понятно, просто натуральный ряд идет. Тройка сбрасывается сюда, 11 будет в кружочке,
а здесь у нас будет 6 кружочки, да? Дальше 18, 26, 35 кружочки, 46, 58, 71, 85 кружочки. Недолго осталось. 24, 50, 96, что у нас здесь будет? 154, 225 кружочки, 120, 274 и 120 кружочки. Вот они, обещанные факториалы. 0 факториал, 1 факториал, 2 факториал, 3 факториал, 4 факториал, 5 факториал и так далее. Факториал – это произведение всех чисел от единицы до n. А числа Стирлинга – это, господа, вот эти вот последовательности. 1,1, 1,3,2, 1,6,5, 1,6,11,6, 1,10,35,50,24. 1,15,85,225,274,17. Это и есть числа Стирлинга. Вот это вот называется число Стирлинга из 5 по 1. Это из 5 по 2. Я просто объясняю обозначения, которые у меня потом будут. Из 5 по 3. Это называется из 5 по 4. И, наконец, число Стирлинга из 5 по 3. Ну, давайте честно, поднимите руки, кто знает, что такое число Стирлинга. Отлично, отлично. Огромное спасибо, потому что никто не поднял руку. Нет, мне было бы ужасно, если бы половина сейчас подняли, что знают, половина нет. А когда никто не знает, это мечта любого преподавателя. Это значит, можно спокойно сказать, и все будут довольны. Господа, числа Стирлинга, они бывают двух типов. Бывают числа Стирлинга, которые обозначаются вот так, и это количество способов n разных предметов рассовать в k одинаковых по виду мешков. Или, если не говорить о мешках, количество способов разбить данные n предметов на k непустых подмножеств. А есть числа Стирлинга, которые нам сейчас понадобятся. Это количество способов n человек рассадить за k столов, за k круглых столов. При этом считается, что столы все одинаковые по виду, а люди имеют индивидуальность. Сейчас все поймете. Значит, господа, что от вас сейчас требуется? Запомните вот эту вот таблицу, потому что, к сожалению, доска не позволяет это оставить. Доска не позволяет это оставить. Доска у нас, как видите, однослойная. И поэтому я вынужден буду достаточно скоро это стереть. Но! Перед тем, как я это сотру, я все-таки скажу вам вещь, до которой не догадался Андрей, до которой догадался я, и, собственно говоря, это и есть главное в этой задаче. А именно, оказывается, что нужно смотреть на следующие переходы. Надо смотреть не на эти числа, а вот на эти. И следить за переходом отсюда сюда. А другой вид перехода сюда. Дальше надо следить вот за таким переходом, а потом за таким. Дальше нужно будет проследить за вот таким переходом, а потом за таким. Оказывается, что это переходы, которые управляются совершенно разными механизмами. И только вместе у нас получается решение задачи про числа Стирлинга. Значит,
То есть сейчас я сделаю следующее. Я объясню, что такое вот этот самый волнистый, давайте его для краткости назвать, волнистый переход. Потом я скажу, что это за переход. Волнистый переход не меняет количество чисел. Было три числа, и здесь тоже три числа. Здесь вот у нас пять чисел, и здесь опять пять чисел. А такой переход двойной стрелочки, которую я нарисовал, увеличивает количество чисел на единицу. Так вот, господа, давайте я напишу соответствующие многочлены. Записывается просто, как единица. Это тоже записывается просто. А вот это многочлен x плюс 1. А вот этот многочлен x плюс 2. Обращаю ваше внимание. Это x плюс 1 плюс 1. Что это за многочлен? Это x квадрат плюс 3x плюс 2. Легко сообразить, что это x плюс 2 умножить на x плюс 1. А теперь давайте посмотрим из многочлена x квадрат плюс 3x плюс 1, что получается здесь. Многочлен x квадрат плюс 5x плюс 6. Господа, легко понять, что это x плюс 2, умноженное на x плюс 3. А вот здесь у нас x плюс 2 на x плюс 1. Давайте я это пишу так. X плюс 1 плюс 1. А здесь x плюс 1 плюс 2. Так вот, я сейчас не хочу тратить ваше время на объяснение того, что дальше будет ровно так же. Просто поверьте, а еще лучше быстренько сами просчитайте. Вот этот переход, это замена x многочлена на x плюс 1. А вот этот переход, домножение всего имеющегося многочлена на x плюс 1. На самом деле доказать вот об этом переходе совсем просто. Я, разумеется, начну с этого. Доказать утверждение об этом переходе довольно сложно. Ну и, соответственно, это будет чуть позже. Покажу, почему при переходе от этих пяти чисел вот к этим числам многочлен умножается на x плюс 1. Разумеется, я это буду делать не для конкретных чисел 14, 71, 154, 120, а сделаю это в общем виде. То есть вместо единицы я, разумеется, напишу букву А. Вместо числа, какое там у меня число, 14, напишу букву Б. Потом С, потом D и потом E. Пять чисел. Дальше эти пять чисел получаются по очень простому правилу. Рядом с единицей, естественно, пишется единица. Дальше А, Б. Здесь вот пишется А плюс Б. Б, С. Здесь пишется Б плюс С. С и Д пишется сумма. Е и Д пишется сумма. И, наконец, под числом Е пишется число Е. Заметьте, количество чисел увеличилось на одно. Из пяти чисел А, Б, С, Д, Е получились шесть чисел. А плюс Б, Б плюс С, С плюс Д, Д плюс Е. Я сейчас должен посмотреть на два многочлена. Один, который был, что у меня реально было? Е плюс bx плюс cx квадрат плюс bx куб плюс ax четвертый.
Вот так записывается производящий многочлен для последовательности А, В, С, Д, Е. А получился другой многочлен. Е, Д плюс Е умножить на Х, С плюс Д умножить на Х квадрат, и что там дальше? В плюс С, Х куб, А плюс Б, Х в четвертый, и, наконец, А, Х в пятый. Вот, господа, если этот многочлен умножить на х плюс 1, то в точности получится это. Просто возьмите, умножьте, проверьте. 1 умножить на е – это е. Dx умножить на 1 – это будет dx. Х умножить на е – это будет x. И так далее. Все. И абсолютно очевидно, что ровно такой же эффект будет всегда. Какие ни бери числа, при переходе к следующей последовательности у нас многочлен будет умножаться на x плюс 1. Сделаем.